тех, кто хватает. Что начинается? Первое. Начинаю сводить к центру оси своего позвоночника. Задаю вращение. И его по нему постраиваю. Сердце, знаете, масса. Масса большая. Первое. Обратно задали это движение. Теперь смотрите, что работает у себя. Еще раз. Таким образом, через опору. Теперь то же самое лицом на камеру. Ну, в смысле, или чтобы первый, или по диагонали как-то. Если меня не до конца растащили, я смотрю, куда мне ближе. Я подсаживаюсь и свожу. Не рассматриваем пока бобивание. Это. Заход. Дальше, к столбу. Заход. И если есть возможность, здесь палец, здесь локоть. Это сюда, это вот сюда. Да. Вот, все встали, и здесь держали. Дальше. Ну хорошо, двумя. Рассматривали технику работы как на кисть, так и применение рычагов. Здесь же работа на пальцы. Большой палец здесь. Начинаем обратно же. Здесь держу. Моя задача централизовать, то есть свести. Я свожу и встаю. Свожу. Захват. Начинаю накручивать и сводить. Все идет вокруг центра массы, центра тяжести. Начинаем с того, что свожу, перевожу. Хорошо, встаю. То есть я говорю, задача сейчас просто не зажиматься, чтобы не было этих самых больших рычагов, и просто расслабляться, чтобы палки не летели, и просто вот это немножко расслаблено. То есть принцип сам. Давайте. Дальше. Наносишь, дальше, да? Сейчас с вами, потом наносишь удар мне рукой в живот. То есть, да? Вот, ну, с ней пусть, пусть идет и да, прямой, и, то есть, да, вот это обозначаешь. Володя, допустим, ты мне ведешь там, ну, в лицо, то есть одновременно, да? Видите? И выстрелили, то есть одновременно, да? Смотрите, как они не, как не наносится удар, удар будет сводиться в одну точку. Это точка буду являться я. То есть центральная ось моего позвоночника. Поэтому что получается, да? Когда идет удар,
здесь идет что? Смещение. И теперь смотрите, перенаправление. Это в том случае, когда, еще раз, идет здесь. Возможно, та же самая ситуация, что кто-то наносит удар ногой, кто-то рукой. Я получаю. Вот идет удар ногой. Вот, хорошо, да, видите? Вы вместе начинаете, да? То есть, вот она здесь начинается. Дальше начинается что? Вписывание в плоскость. Идет удар. Видите? Ну, да. Я начинаю вписываться. И вот начинается, проводит удар. Видите. Хорошо, встаем. Пробуем еще, да? То есть начинаем потихоньку проводить. Хорошо, еще раз. Начинаем потихоньку, так потихоньку просто работать.